За 20 лет работы более 600 тысяч пользователей и 180 точек обслуживания. Самых преданных абонентов Мегафон поздравил по-особому. Как именно, смотрите в нашем сюжете. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи. Евгений подключился к Мегафону 17 августа 2004 года, в день, когда этот оператор связи только появился в Чувашии. За 10 лет, по признанию абонента, Мегафон не подводил его ни разу. В этой компании мне понравилось сразу все, потому что я как бы выезжал за город, в леса. Другие связи где не брали, Мегафон что-то брал, и как бы я остался на этой связи и сижу до этих пор, и родственники у меня все там. Как бы, ну, большинство на Мегафоне мы. Мегафон активно использует в работе высокие технологии. Телекоммуникационная компания всем абонентам предлагает самые успешные новинки отрасли. Происходит некое замещение. Если раньше человек больше потреблял классических услуг связи, например, голосовых, он начинает больше потреблять услуг передачи данных. И для нас и то, и другое хорошо. Мы в том и в другом прилагаем усилия, что касается развития сетей. Мы развиваем как новые стандарты, так и не забываем про сети второго-третьего поколения. Мегафон первым начал принимать платежи в рублях. Услуга, входящая бесплатно, впервые появилась опять же у Мегафона. Скоростной интернет 4G не только в столице, но и в Новочебоксарске, Канаше и Алатыре. Также заслуга оператора. Скорость нового поколения интернета достигает 100 мегабит в секунду. В действии эту и другие инновационные услуги оператора можно было увидеть в день города Чебоксары. Принять участие в головокружительных конкурсах, сфотографироваться на память, погонять на скоростном автомобиле или взобраться на импровизированную высоту мог каждый желающий. Вы знаете, нам очень нравится, и мы не первый раз к вам приходим, практически вот уже который год. В прошлом году были, было замечательно. В этом году, мне кажется, еще лучше, еще живей. Очень много различных конкурсов, так все симпатично украшено, интересные развлечения. Дети очень рады. Самые последние новинки, связанные с высокими технологиями и надежной связью, нашли большой отклик у посетителей площадки «Мега-арена» на дне города. По оценкам посетителей, юбилей отпраздновали на отлично. Связь оказалась на высоком уровне, несмотря на невиданное количество жителей. Более 300 тысяч человек побывали на городских площадках в этот день. Так что доверие абонентов к «Мегафону» от этого стало еще больше. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, «Республика».